Выставка картин и поделок учащихся Государственного лицея искусств имени Аксукольева открылась на прошлой неделе. Здесь любители творчества знакомятся с работами юных художников, обучающихся в отделении изобразительного искусства, которое функционирует при школе. В этой выставке приняли участие ученики с 5 по 8 классы. Каждый автор выразил индивидуальным языком свои работы. Я так думаю, выставка получилась очень красочной и яркой. В экспозицию вошли работы как лауреатов различных конкурсов, так и начинающих мастеров. К этой выставке ученики готовились где-то 2 недели. И я им пообещала, я говорю, потом, когда выполните вот эти работы, потом вот эти масляные работы вы понесете домой как подарки для своего дома, для своих родителей. И они с энтузиазмом подошли, очень хорошо поработали. Успехи юных мастеров кисти оценила и директор школы Римма Плиева. Наши дети подготовились к Новому году. Вот посмотрите, сколько они картин создали. В этих картинах их души, их миропонимание и миросозерцание. Посмотрите подделки. То же самое могу об этом сказать. У нас креативные, то есть творческие люди, которые хотят творить и творят. И пусть они творят долгие лета. Деля Качмазова изобразительным искусством занимается более 7 лет. За это время ее работы не раз выставлялись. Для школьной экспозиции она выбрала тему «Поздняя осень в Южной Осетии». Здесь 2 зимние горы, между которыми протекает маленькая река. Возле этой маленькой реки находится большая башня, а возле этой башни маленькая деревня. А внизу показаны цветочки. Тематика выставки разнообразна, но большинство ребят отобразили в своих картинках новогоднее настроение. Я люблю голубые тона, и тут похоже, что зима. Шалдарнов молодец, декоративный хозе, фала фалдарнов канан живописей. В экспозиции помимо картин представлены и произведения декоративно-прикладного искусства. Здесь представлено порядка 30 картин, написанные маслом. Любителям искусства выставка запомнится многообразием поделок и колоритными картинами. Экспозиция завершится в конце недели. Анжела Кукоева, Арсен Гасев, Лали Кудоева. Информационный выпуск сегодня.